невозможно предвидеть все. В вихре портала Хархус почувствовал угрозу. Несколько мгновений шло как надо, но внезапно ситуация переменилась. Сосуд! Она вмешалась так не кстати. Демон взглянул ей в лицо и увидел улыбку, от которой любого другого кровь похолодела бы в жилах. Приветствую всех на втором эпизоде игры Disciples 3 за Легионы Проклятых. Демонолог. Господин, где мой портал не работает? Не уверен, что те камни портал вообще. Ну и это еще не все. Захваченное существо. Сосуд. Кто сосет? Ты еще что-то бормочешь? Это я должен задавать вопрос. Ты лишь отвечать на них. Что до нашего местоположения, то мы еще дальше, чем были. Когда я вступил в портал, мне показалось, что я вступил в какое-то дерьмо. Что сосуд использует остаться, чтобы изменить наш маршрут, очевидно, мне показалось. Да, пленница, она умирает, ее силы истощены. Мы попытались допросить женщину, но та не желает отвечать на наш вопрос. Попробуйте вы. Ну, пойдемте поговорим. Тебе нравится поражение, демон? Это все, что тебе осталось. Если я погибну, твой повелитель уничтожит тебя. Смерть станет для меня освобождением. Умирать, зная, что ты прыгал, неожиданно приятно. Я никогда раньше не испытывал подобного. Это злорадство, но для него несколько рано. Поясню. Твои прежние спутники еще живы. Та смешная парочка, рыцарь и оруженосец. Твоя смерть развяжет мне руки. Мне будет нечего терять, и я найду их. Честный заплатит за мою неудачу тысячекратно. Хочешь спасти их, исправляй, что на твое плевать, как я не шучу. Ты не понимаешь, спасти меня в этих землях некому. Если ты поклоняешься не... Ой, поклянешься не причинять вреда сэр Лайм, то я скажу, где мы и как отсюда выбраться. Сверх того, я помогу настроить портал. Как верить демону? Вот вопрос. Верить никак. Но мы все еще можем заключить сделку. Жизнь рыцаря в обмен на помощь. Ты сделаешь все, что... Положение, никогда не поднял оружие против Ламберт. Не пошли против него армии. Сделка. У меня нет выбора. Сделка. Метеорычи земли и урочи портал. Стал быть, все привычные способы не работают. Пробудить такой портал способен лишь шаман и зеленоку. Окей, понятно. Найти шаманов. Приам. Вы звали меня, господин. Я почувствовал ваши мысли. Мне столь... А, чем столь жалкий слуга способен угодить могущественный демон. Мне нужны сведения. Попробую удовлетворить эту жажду. Подозреваю, что никто так и не... Как ты не имеет разноценные артефакты прошлого. Когда-то я слышал об оскверненном шлеме. Хочу получить его. Скорее, скорее маска. Эльфийская работа. Он была часть другого одиночного пожарного. Даже сталь. Это же угадал, где найти ее. В частной коллекции, может, так выразиться. Алкмаровская жизнь владеет предметом сейчас. Правильно. Будем ими пользоваться. Нифига там драколичи. Как его? Кошмар. Садник ужас. Обалдеть. Тем интереснее будет забрать. Фига, она тут жжет, что такое. Да, надо будет... Что? Что? Так, наверное, ослабили четвертый уровень, ослабили, заколебали ее пускать. Для баланса, видим. Хотя у Ламберта она ослабилась только как он на пятом акте. Так, что у меня по артефактам, что я буду продавать? Блин, так я и не понял причину, по которому в начале игры постоянно переключается на столицу.
Так, кто тут волчара? Может попробовать одним харпусом их побить? Пятого уровня. Ого. Это я рискнул. Ага. Ага. Уже. Да. Выполняю. Ну хотя, может, лечение спасет. Короче, мне надо встать так, чтобы волки били не только Хархуса, но и Иноэль. Не прошло и года. Если вы уверены. А вот так встанем. Блин, опасно. Мне лучше. А если вот так? Да, замутил какую-то херню. Не прошло и года. Меня зовут Хархус. Да, что-то я какую-то хренью занимаюсь. Если были бы волки первого уровня, то, возможно, шанс был так. Так, надо думать, кого я буду брать в этой серии. Ты продаем. Тоже подадим. Постоянно 10 000. Да нет уж. Возьмем одну такую, пока и одну такую. Так, изверг. Это кровотечение. Совет при снижении здоровья до 50. Не знаю, изыр какой-то такой средненький. Так, ну можно разок взять. Так, возьму беса. Без... Так, а чтобы изверга построить, сколько там надо чего? 650,
300 камушков еще. Сектанта возьму. Ладно, давайте пока вместо изверга одержимого возьмем. Как камней наберу. А вот из сектанта пойду в этой серии по ветке этого двойника. Посмотрим, что он себе представляет. Ну, здесь вроде, насколько я понял, двойник поэффективен. Он просто копирует и уровень персонажа, а не только саму сущность, как во второй части. Иду. Почти бегом. Что это за такие? Мужичок, крестьянин. Никто не устоит передо мной. Я готов. Волчара позорный, блин, занял мою клеточку. Блин, надо... Стоило отбежать, так как... Ни хрена себе! Крестьяне, вы охренели, что ли? Охренели крестьяне совсем. 12 уровня, ну конечно, критуют по-жесткому просто. Ё-моё, и на Эль самое последнее будет ходить. Ну что за хрень? Соединяйся или умри. Ну почему, когда я должен там критануть, там, чтобы добить? Нет, и меня не кританет. А у него, блин, урон 92. Ударь бы он просто, у моего беса бы остался одна жизнь, и я бы вытянул. Нет, вот он должен был критануть. Мне назло. Что за невезение? Сволочи. Тупые крестьяне, блин. Это писец просто. Благодарю. Это просто стыдобище. Проиграть крестьянам. Я готов. Я истекаю кровью. Ну конечно, все изначально пошло не так, потому что волк встал на усиляющую точку. Я словил жестких звездюлей, блин. Да уж, увертливость у беса просто адово низкая. Его так легко раздирают, что даже большое количество жизни не спасает его. Наконец-то. Ну ладно, сейчас с усиляющей точкой, я думаю, вытянем этот бой. Веди меня, Панчи. Жду. Веди меня, Панчи. Я готов. К
Крестьяне что там, настойки какую-то нажралишу, блин, смело в бой бегут. У них что, защита от огня, что ли? Или... А, нет, урон 36, что мне косу меня сильнее бил. Веди меня, патроны. Удачно! Я готов! Ай-яй-яй! Кого-то убить? Как я могу помочь? О! Откушались! Или умри. Надо, кстати, не забывать про вот это откушение. Стараться здоровяком добивать. Прямо сейчас бойца противостоит 20% собственного здоровья. Я не хочу умирать. Придется, друг, придется. Превосходно. Что-то я даже не заметил, что она отходила от этой точки. Я готов. Кого-то убить? Пока. Давай обратно. Превосходно. Восстание крестьян, блин, произошло. Не прошло и года. Слабаки. И меня чуть не завалили. Точнее, уже разок завалили. Так, а чё смысл нам тут стоять, если тут никакой этой... А, вот же мельница. Я что-то думал, чё ставим? Почему нельзя драгоценности за камни продавать? Что? Почему только за золото? Ого. А, не, легионер послабее, копейщик. Да, здесь будет пожестче. Вертливость. Я уже иду. Ну что здесь 100 золота? А камни нет? Как всегда, камни где-то в заднице. Ну что, пока каются камни, можно обойти, пока посмотреть, что тут бесы. Тут подраться можно, может, кстати, тут камней получу. Ладно, давайте пока пауза, покоплю камушков и вот в том логове подерусь. Может, дадут камушков сверху еще. Ну, разграбил. Да, камушки дали, но только я уже и без них построил себе и купил изверга. Я просто пару ходов подождал. У меня накопилось. Так, ну что, пойдемте попробуем теперь отряд во главе с легионером завалить. Если вы уверены. Так, надо какую-нибудь магию изучить. Так, ну, наверное, что-то лучше на себя. Что такое огонь бездны?
Наносит 10 урона дополнительно. Ну так себе. Слабенько. Увертливость. Либо силе со скоростью. Стопаем. Вот теперь пробуем. Хорошо, хоть у изверга есть тоже перехватик. Так, волк зубами щелк. Давайте, волка Хархус на себя берет. Так уж и быть. Жить! Пока. Ай, зря, не надо. Сейчас я встану, легионер ударит бес, и потом от него не отойти. Ваше приказание. И вот так. Ваше приказание. Рубящую защиту. Исполняю. За что мне это? Да. Кровушка потекла. Не прошло и года. Жду. Прям артефактами пичкают. О, один сноровка. И один к скорости. 5 меткость, 4 увертливости, 2 инициативы аж. Да уж, Харкус у меня будет бегать прям. Мне бы урон со здоровьем приподнять, брат уж. Сноровки меткости-то у меня в смысле сноровки вертливости у меня достаточно пока. Но этого, конечно, мало никогда не бывает. Так, храм что ли сразу? А, не получится, 250 надо. Храм обойдемся пока. Так, ладно, продолжаем. Бойню вокруг столицы. Где враги-то? Кому тут набить? Один призрак жалкий. 250 очков опыта охраняет. Странная логика, окей. Призрак, ой, не знаю куда, туда-сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, давай, подходи, ребята, замацайте ее. Ну, наконец-то. Это что, в упор подошел? Слабаки.
Так. Ну ладно. Пока что как-то. Я уже иду. Пустенько. Капустенько. Мне надо это делать. Представь себе! Блин, с какой стороны-то обойти? Опять эльфы тут. Ты вражеский отряд эльфийский или как нейтральный? Он идет, не пойму я. Деревья тут стоят, не дают пройти. Ну давай, дриада, попробуем мы тебе наколупать. Чего там минимус? Никто не устоит передо мной. Я бегу. Беги. Ваши команды? Ваша воля для меня закон. Подождем. Да, что-то я как-то неудачным бесом встал, наверное. Я так думаю. Мне лучше. Ваша воля легче. Присоединяйся или умри. Харкус. Жизнь угасает. Чё это он решил сюда? Я думал, обычно бьет ближайшего, а тут как-то он... Ай, ладно. Быстрый бой сейчас будет тут бегать по кругу. Ой-ой-ой, зря, ребятки. Если вы уверены. Лесные силы. Чувствую себя лучше. Какого хера у него так до сих пор остался этот... Ваши команды? Ну, не могу я так служить. Вот так вот доверился автобой и, блин, столько жизни потерял. Что-то они там... Сами не разобрались. Я сожгу твои кости. А, он постоянно набирает этот. Блин, зря я так близко подошел. Хотя ладно. Чё? Промах. Убить? Да. Блин, ну... Отходить надо. Зовут Харкус. Ага. Пусть сам подходит, а то этот дуру сейчас как и будет его лечить. На тебе. Да.
Давай, выходи, тетя. Вот так, молодец. Теперь я. Фу, разобрались. Слабаки. Слабаки. Так, что тут есть, что-нибудь нету? Охотник. Я уже иду. Здесь уже сложнее. Наверное. Никто не устоит передо мной. Попался! Кого-то убить? На! Мазила. Я исцеляюсь. Ага. Кстати, лечение в области, мне кажется, гораздо лучше, чем на больше гекс. Что можно как-то скомпоноваться и стоять, и больше лечиться, нежели. Хотя тоже. С другой стороны, если встать на усиляющую точку, которую у лекаря, который больше радиус держит, можно хоть дальше цепануть. Так. Надо с лучником разбираться. Конечно. Мои кости. Благодарю вас. Атакуем. О, нет, 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 нет. Вот это хреново. Ну, все равно и так достанет. Лучше добить. Атакуем! Слава богу, пока моя ловкость мне помогает. Да. Да. Как я могу помочь? Каким-то там коричневым говном обмазывается. Попался! Ой-ой-ой. За что и на Эльзе? Конечно. Зачем мне отдых? Блин, я сейчас ее убью уже. Враг сильнее, чем я думал. Лети, смерть! Слабаки. Бес раньше всех обучился? Как-то так? Или этот у меня уже обучался? А, я просто не замечал этого. Так, ну что, надо вернуться. Восстановиться. Начало храм. Я же... Одержим, пусть там сидит.
все-таки ближе к этому, к основному пока заданию пойдем, потому что сюда еще далеко идти. Это надо там быть таким нормально обученным. Это с другой стороны. Тихонько пробираться. Только как-то вот так, а потом... Ну да, наверное, я так и пойду. Налево, потом вниз. Хотя, может, сюда загляну. Задание все поменяется, какую-нибудь другую точку. Все-таки, наверное, ближе вверху буду держаться. Зеркало мира. Справлюсь я с ним или нет? Вот в чем вопрос. Ну, давайте последний бой на сегодня. В принципе, у меня Энель практически столько же лечат, сколько эти наносят урон. Меня зовут Хархус. Значит, вот как, да? Элементос. Элементос. Ой, блин, лучше его не бить, конечно. Еще успел всем под... Уже? Под насрать. Так сказать. Иди назад вообще. Хотя сколько яд будет держаться? Два хода еще. Поскольку? 36. Конечно, зачем мне отдых? А если благодаря инициативе ты хорош. Слабаки. Все, точка наша. И мы увидимся в следующей части. Всем пока.